раньше, десяток лет назад, по представлению министра по чрезвычайным ситуациям Бучкова, господина, правительство Российской Федерации уменьшило, значит, на 27 сантиметров минимальный уровень Байкала. Ну, это привело к тому, что сейчас мы Омуль видим чуть ли не в музее. Обнажились прибрежные линии, очень большие последствия. Ну, значит, правительство обосновывает понижение минимального уровня Байкала тем, что вот Ангарск и прочий водозабор маловодный сезон, у людей не будет воды. Вот же очень просто. Водозабор опустить на 27 те же, и все. Дальше, значит, факты. Почему я говорю, что власть все-таки факты нужно приводить. Ну, у нас, значит, газопровод украли, руководитель Миллер как работал, так и работает. В Приморье в прошлом году мальчик